Ой! Петров! Да ты совсем зрение потерял! Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? А знаешь, на что ты похож, Антоша? На блюзовую импровизацию. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня, но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Не произноси при мне такие слова! Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза! Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька какая мелодия? Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Любопытной Варваре кое-что оторвали. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Угу. Хочешь, заполни мою. Хочу, спасибо. А хотя, там же столько секретов. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем.
Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. И что мне грозит за сокрытие улик? Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская! А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Thank you.
чого сить улибіться? Да так, анекдот вспомнил. Ну, делись тогда на. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Ясно, Петросян. Ну, идем на. А куда? Идем на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Проветривайся в другом месте. А мне и здесь нормально, да, куколка? Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целна! Пацаны! Ха! Позволь проводить тебя, а то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну
Матёна, бедным маньякам уже и посасывать нельзя. Эх, хреновый из тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в два счета раскусит. Она? Кто она? Что тут творится? Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Да Рома в стёклу одно втёрлся. Вон откуда-то цветы нарвана. Пасть заткни! Я так, планирую подкатить слегка. Разыграть представление, на то она неприступная, мать её за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Сам ты говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Но чё-то Бяш совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. Я? Ну а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням, все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. А что делать-то надо? Ты же видел Бяшино кривление? Тип, идешь ко мне, борзы такое, можешь разок в печень заехать. А я тебя тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. Я тёлочка, красивая тёлочка, я гуляю, ла-ла-ла. Тоха, действуй. Она моя! Рискни! Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Да не, ушиб вроде. Лед приложить нужно на. Тебя, мудака, приложить нужно! Об стенку башкой. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Вечером, как рука пройдет. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Договор. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех. И все на одного. Захлопни. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем.
В общем, да, я сегодня книжку читала, да. Там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Да. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки. И потом они все это разбирали и клеили на бумагу, и друг другу дарили открытки делать. Ты меня не слушал, так? Хм! Оля, прости! Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. А давай в приставку поиграем? Джойстик не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. А как ты догадался? Я сейчас, знаешь, какая меткая? Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Что дома интересного происходило? Накануне событий. Россия переживает. Оль, что-то случилось? Опять был этот страшный. Приступ. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Они на
начали громко ругаться. Мама ударила! Вот так! Прыгнул! Она была живая тоже! Ей было больно! А мама... Папа, он ей помог? Да, но вначале он засмеялся тоже. Так страшно, когда увидел, что маме плохо. Потом вдруг заплакал. Зачем они так? Как твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых двух! Везет! А ты, говоришь, лисичку видела? Ага, ее зовут Алиса. Откуда ты знаешь? Она так сказала. Да,
когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Спасла? А еще она что-нибудь говорила? Не. Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Ты ее не боишься? А почему я должна бояться? А лис добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Почти как я. Антон, тебя к телефону. Девушка какая-то. Не споткнись, смотри. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится.
но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Конечно. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонный глаз. Скрипит, воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Ах, вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Полина? Да? Я хочу тебе кое в чем признаться. Ромка попросил меня об одной услуге. Алло, Антош, я тебя плохо слышу. Ромка сделал из меня маньяка. Он попросил меня напасть на тебя. Как будто я какой-то монстр. А он бы тут же объявился и героически тебя спас. Алло, Полин? И ты согласился? Нет, как ты могла подумать? Я ведь сказал тебе правду. А Ромка с Бяшей, после такого они мне больше не товарищи. Ах, Антон, спасибо. Я так рада, что ты со мной. Понимаю, как тебе было нелегко рассказать такое. Слушай, дедушка всегда говорил, что музыка лечит душу. Хочешь, я тебе сыграю? Где? В школе? Нет же, после школы. Придешь завтра ко мне в гости? Конечно, почему бы и нет? Тогда завтра после уроков, хорошо? Полин, подожди минутку.
Подождите, я сейчас! Мне надо бежать. Туда, Триална. Мы тут замерзли совсем. До костей продроглено. Шевелись! Да иду, иду. До самых хвост.